Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Новый сезон, так, я добрался до 16 ранга. В начале каждого сезона ранги всех игроков понижаются. То есть у меня стал 13-й. Окей. Так, Мисс Марвел. Тут у нас какие-то, ну, как-нибудь потом. Как-нибудь потом, ребята. Сейчас меня интересует что? Ну, во-первых, я хочу забрать свои 50... Какая музыка веселая. 50 этих. Скажи, я скажу. Кстати, у нас карта. Так, получайте по одной карте серии 3 на ваш выбор в каждом сезоне. Новая карта через 7 часов. А кто такая Баст? При раскрытии меняет силу всех карт в вашей руке на 3. Ну, я даже не знаю, ребят, что. На 3, как бы, с одной стороны, хорошо. Это знаешь, хорошо, когда? Когда единички выпадают тебе. Ладно, я возьму, ребят. У меня этой карты нету, я ее возьму. Шут с ней. Пускай будет. Вдруг пригодится для какой-нибудь супер-пупер колоды. Вот, что у нас тут? Режим игры. Магазинные медали, завоевания. И тут, я так понимаю, новости у нас. Обновление баланса от главный персонаж Мисс Марвел, главный персонаж Ночной Оборотень. Сезон дальше выше, быстрее. Что-то интересное мы, ребят, с тобой, по-моему, пропустили. Так, эксклюзивная карта. Псайлок. Псайлок меня нисколечко, ребят, сейчас не интересует. В коллекции. Мы можем улучшить 3 карты. Слушай, ну это потом мы с тобой будем улучшать 3 карты. Сейчас мы давай-ка с тобой, наверное, сыграем. Давно я не играл, ребята, я аж соскучился. Кнул. Поехали. Обновление 9 ноября. А, вот недавно, ребята, было обновление у нас, кстати. 9 ноября, вот он. Когда? Вчера? Или когда? Позавчера? Сегодня какое? 11 число? Это что за колода? Так, добавляю здесь карту монстров, понятно. Все, я вспомнил. Думаю, что за колода странная. Это же моя самая первая, которая рулила. Так, карты с базовой стоимостью 6 стоит на 1 меньше. Стоит ли мне ставить броню куда-нибудь? Если только сюда. Но это не точно. А монстр, разве он не девяточку ли раньше стоил, друзья? Это он что хочет сейчас сделать? Это он хочет уничтожить, я так понимаю, да? А я-то тебе, парень, не позволю. Блин, а он же будет ходить сейчас. Ё-моё. Хорошо, давай посмотрим. А, на этом ходу карта не открывается. На этом ходу карта не открывается, ребят. Значит, я могу... Сейчас ничего не сделаю я. Давай вот так вот сделаем. Потом поставим, наверное. Молодец. Красавчик. Так. Ну что, Дума ставим или что? Давай так вот сделаем. Ну, мне кажется, тут уже все прекрасно ясно и очевидно. Потом я поставлю Одина и... И считай все. Ты так не считаешь? Давай сюда. Сюда.
и все, друзья мои. Вот она и победа. Победочка по почти по всем фронтам. Очень хорошо просто, ребята, тут получилось. Тут и этот выпал мне, и все, что нужно было. В одну секунду, ребята. Еще и задание два выполнил. Так, давай мы, наверное, заберем здесь награды. Так. Итак. Мало, конечно, пока идет, но... Ну и пока... Пока все нормально, ребят. Все хорошо. Потом у нас еще колода, не забывай, на сбросах. А это именно где... Хелла. Где у нас этот... Призрачный гонщик. Да-да, это колода на сбросах, ребят. Мы сбрасываем, потом... Потом восстанавливаем. Так, если сейчас опять же противник сбросится, мне, наверное, надо будет включать VPN. Такое, ребят, происходит, когда обычно VPN забываю включить. И вот поиск противника обрывается. Не всегда такое происходит, но довольно часто. Как только включишь, вроде бы все нормально становится. Да, пошел, короче, VPN включать. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим. VPN подключил. Сейчас, по идее, должно быть нормально все. Заработать. Ну, точнее, мы должны с тобой искать противника без всяких там опаньки, шпоконьки и так подобное. Видишь, Брайсон ничего подозрительного говорит. Я не понял, а что у меня Сэндман делает здесь? Если после хода здесь осталось более одной карты, они уничтожаются. Сюда поставим. Это, кстати, вот на сбросах, ребята, здесь хорошо писать, ставить хлипкий мост. Выставляешь. Мобиус. Что он делает? Стоимость ваших карт не может быть увеличена. Стоимость карт вашего противника не может быть снижена. О чем, к чему? Ну давай сюда поставлю, я просто не могу понять, в чем прикол этого чувака. Он мне удешевил карты. Друзья мои, он удешевил мне карты. Давай так сделаем. У меня есть Один. Ага. Ага. Блин, что делать-то, а? На третьем, четвертом, пятом ходу сюда нельзя добавлять карты. Давай так сделаем. Так, Vision. Ну что, друзья мои, поехали. Это получается 2, да? 5 и 5. 10. Но я в любом случае, не в любом, вот здесь я пачкам, ребята, я выиграю его. Просто пачкам. Прекрасно. Прям замечательно. Только я одно не понимаю, зачем мне песочный человек нужен в этой колоде? Что-то как-то не совсем догоняю. Зачем песочный человек мне в этой колоде?
Так, ну что, ребята, давай попробуем сыграть на сбросах. Эх, вспомнить бы, как на тех сбросах еще играть. Битли. Подожди, это разве сбросы у нас? Блин, зато ниндзя тут. Так, при раскрытии срабатывает на этой локации дважды. Офигенно. Крейвен. Эффекты при раскрытии. Если я его поставлю, блин, дважды сработает. Ну, что делать, ребят? Ну, давай. Рискну. Так, мультимен. Ты посмотри, а. Ты посмотри, что он сбросил, ребята. Я надеюсь, Хэлла у меня здесь будет. У меня смерть тут есть. Давай Чалу поставим. Ой, Локджоу. Чалу. Че, его уже вообще... Какая Чала может быть? Локджоу, конечно. Так, он все на перемещениях, друзья. А вот и Хэлла. Слушай, ну он же, по идее, сейчас должен же сработать это, да? Запечатать. Он должен же запечатать, насколько я помню. Но у него уже сработали, блин. Да в плане, блин. Ну, я не знаю, друзья мои. Я думал, что сработает, но по ходу дела нифига не сработает. Че он там разыгрывает? Разыгрался парень. Но еще там тебе. Да, по-моему, ты проиграл, пацан. Проиграл как сосунок просто. Очень прекрасно, ребята, сыграно сейчас было. Тоже мне понравилось. Чуф-чуф-чуф, так обставили дурачка на 4 кулачка. Даже и не понял, наверное, что произошло. И как это произошло. Произошло это все, ребята, элементарно. Завоевание. Блин, когда я начну уже в лигу играть, ребята, а? В эти завоевания. Их же там тоже же... И награды прикольные довольно-таки получаются, и все. Нет, что-то дурочка валяю. Так, Кифи или Сифи? Сифилис. Так, смотри-ка, мне Блейд выпал, ребята. Ох, хорошо-то как. Давай. Дед сразу же уничтожили. Так, что там написано? Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет вам в руку карту Страж. Сейчас пока не могу ничего разыграть. И он, видимо, тоже, да? Плюс... Ох ты, если у вас здесь нет карты. Это плюс 4, да, получается? То есть я могу спокойно смерть сейчас вызвать, если понадобится. Но я не буду этого делать. Я хочу ему заблокировать. В начале шестого хода удаляет все способности карт в руке вашего противника. Колин Винг. Опа. Ты понял? Так. Ну что, друзья мои, выставляем. Он будет рубить их, да? Он будет их рубить. Поехали. Коллектор.
Так, я могу выставить магнета. Давай сделаем. А тут кто? Ага. Чисто доборы, что ли, делаешь? Ну, хорошо. Чисто, ребята, доборы он делает. То есть мне даже некого было перетянуть сюда, получается. Все, мы запечатали, короче, карты, которые у него там были. Что будем делать, друзья мои? Это последний ход у нас, да, получается? Ну, давай сделаем. Так, подожди. Подожди, подожди. Ну да, сделаем. Так. И вот так. Нет, нет, нет. Ну нахрена ты, блин. Зачем? А, он же, ребята, призывает ее только там, где он стоит. В отличие от Хеллы. А ты прикинь, если бы он Мадока, ребята, бы реализовал бы, а? Прикинь? Это хорошо, что мы ему запечатали. А ведь он бы мог бы его реализовать. И тогда бы мне не подорвалось. Блин, я же забыл, что призрачный гонщик возвращает карту именно в ту локацию, где ты стоишь. Это Хелла у нас разбрасывает их везде. Попутал, пардончик, как говорится. Вот смотри, дают Хеллу, дают все. Ну, ребята, 6, 6, 6 и 6. Ну и куда вот я? Куда вот я их воткну сейчас здесь? Это ужас. Это ужас. Так, кладет здесь по карте из руки каждого игрока после 5-го хода. Ну давай посмотрим. А что она делает? Карты, которые вы разыграете здесь, не будут раскрыты до конца матча. То есть это мои карты, что не будут раскрыты, или его? Его, да? Окей, ладно. Так, ну что, смерть, она же должна, по идее, рубануть, насколько я помню. Она же бьет максимальную, да? Опа. Так, ребята, я понял. Я понял прикол. Тут очень большой риск, но мне кажется, он Хеллу сбросит мне. Давай так сделаем. Нет, только не Хеллу. Хеллу рубанули, ребята, ему. Отлично. Так, тут 34. Давай сделаю вот так вот. И вот так. Но и остается Халк у нас только, ребят. Все, мы выиграли. Прикинь, мы ему просто у него Хелла улетела в никуда, ребята. Получилось круто. А ты видел там Гигантуса? Он там начал разносить там всех. Да, если бы он их потом всех воскресил, было бы вообще, ребята, труба полная. Но то, что Хелла ему почикали, это просто класс. Это прям бальзам на душу, друзья. Прям вот бальзам на душу. Когда ему Хеллу уничтожили. Круто.
Так, твои кубы, отдай их мне. Угу. По губе не хочешь лопатой? Так, что у нас тут? Ну, у нас на третьем ходу либо уничтожается Инфинут, либо Магнетта, либо Геликарьер. А я сделаю по-умному, ребята. Так, нельзя, который стоит 4, 5 и 6. Погнали. Теперь сделаем вот так вот. Мистер Фантастик. И Морф. Прикинь, Чепушила просто взял, ребята, мне и... Оу, е. Давай, засранец. Так, у меня две карты. У меня вот только Шусрайдер, ребята. Призрачный гонщик. Я даже не знаю. Да заснэпайся, заснэпайся ты там. Так, ну что, ребята, я, наверное, ставлю вот этого сюда. Кому мы там уничтожили? А, мы с тобой уничтожили этого, я понял. Понял. Этого. Магнета мы с тобой там уничтожили. Поэтому сейчас сюда Магнета вызываем, и он еще перетягивает вот этого Фантастика сюда. Точно. Это будет очень круто. Дай-ка я снэпну. Ну, давай, ставь. О, Инфинут у нас, ребята. Думаешь, что ты ему поможешь, что ли? Не пойму. Иди, толку-то. Все, до свидания. Думал, что здесь прокатит ему. Такой наивный парень, я прям не могу. Ребята, мы с вами на 15 ранг переходим. Зашибись? Зашибись. Так, ну что, маленечко сегодня поиграли, как я вам, ребята, и обещал. Так, слияние, путаница. Вот. Давай-ка мы, наверное, на сегодня закроем игру. Так, я сейчас только единственное, что надо, это прокачаться. Вот. И мы с тобой уже обязательно увидимся в следующей серии, конечно же. И продолжим, ребята, бомбить. А что я могу прокачать? Я вот мотаю, и что-то я не вижу, чтобы у нас что-то здесь. Вообще не вижу, ребят. Подожди, ты что-то мне тут мозги компенсируешь. Игра. У меня 30 этих. 30 карт. Я что-то ни одной не вижу здесь. В самом начале, что ли? Ну, вижу вот эту вот только, и все. Ну, только новая рамка. Ну, и что? Человек-факел. Где у нас супер-сундук-то? Ключ от тайника какой-то, ребята, уже появился. А, это, наверное, и есть, да? Ключ от тайника, понял. Ну, одна карта, да ладно, бог с ним. А еще-то где? Вы, наверное, после обновления... Да я серьезно не вижу. Слушай, может быть, у меня нету этих ДНК для них? Как бы баллы есть?
Вот. Давай-ка. В легендарочку ее. Ага, 10 бустеров на кого? На Blue Marvel, а здесь нам достается 100 жетонов коллекционера. Ну, конечно же, ребята, ну, что может мне еще достаться? Конечно же, 100 жетонов коллекционера. Ну и вроде бы как все, ребята. Да. Ну что, все тогда. Всем удачи и до новых скорых видосиков.